Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики, здравствуйте всем, кто любит смотреть мой канал, любит обзоры и посылки. Сегодня будет ролик, посвящен одной удивительной посылке от удивительного человека. Посылка эта, не побоюсь этого слова, девочки, волшебная. Почему волшебная? Потому что человек, который мне ее прислал, мне абсолютно не знаком. Это посылка от Жанны. Жанна живет в Нижнем Новгороде. Она является моей подписчицей, но я об этом совершенно не знала, пока она мне в личку не написала, что смотрит мой канал и хотела бы со мной поделиться некоторыми продуктами по уходу за телом. Интересно то, что Жанна никогда не писала комментарии, и поэтому для меня это было как снег на голову. То есть человек, которого я вообще не знаю, впервые как бы вижу ее ник и предлагает мне вдруг ни с того ни с сего посылку. Когда вот я отошла от шока, я уже списалась с Жанной и была очень ей реально благодарна. И вот это вот чувство волшебства, которое на меня тогда нахлынуло, оно до сих пор не отошло. А сегодня я впала в еще большее шоковое состояние, потому что это была не посылка, не посылочка, а посылище. Это была огромная коробка, полная товаров моей мечты. Ну, не только моей мечты, наверное, любого блогера. Хочу сказать, что Жанна прислала мне то, что я... Ну, я не буду говорить, что я там об этом мечтала. Конечно, я мечтала не конкретно об этих продуктах, а хотела что-то попробовать лучшее, чем то, что я пользовалась на данный момент. Потому что в основном у меня была эта фирма Avon, вы все знаете, и иногда я покупала Faberlic. Жанна мне дала возможность познакомиться с еще двумя фирмами поближе. Это и Фраше, и доктор Пьер Рико. С Фраше я немножко была знакома, но очень давно, лет 10 назад, не меньше. Сейчас я заказы там не делаю, для меня дороговато, когда уже третья компания. Поэтому я все покупала больше Avon и Faberlic. Но так как посылка огромная, а я уже говорю третью минуту, я, наверное, начну показывать обзор. Насколько я благодарна Жанне, наверное, сейчас каждый поймет, потому что, ну, это сказочно и нереально то, что она мне прислала и в каких количествах. Жанночка, пользоваться буду всем абсолютно, потому что, ну, все мне понравилось. У меня вообще кожа не вредная и не аллергенная, поэтому я уверена, что будет нравиться все. Ну, я начну показывать. Первое, что прислала Жанна, это была вот такая пена для ванны, имбирный пряник. Это единственный продукт фирмы Avon, который был в посылке. Жанна его прислала Максимке, моему сыночку, потому что знает, что он любит пены. Он у меня в семье единственный, кто любит валяться в пене. Я редко купаюсь в пене, а он это вот делает постоянно. Это для Максимки. Максимке будут еще продукты, я об них чуть-чуть попозже покажу и расскажу. Так, дальше. Следующее, что я покажу, это вот такие два. Первый и второй. Плезир Натюр. Карамельная груша. Это гель. Гель для душа. Девчонки, в обзорах я это все видела у многих, но сама не встречала и не пользовалась. Так, а это молочко для тела. Гель и молочко. Оба шли вместе даже с дозаторами. Вообще, я так рада. Наконец-то я столкнулась с Ифраше. Могу сама лично все это понюхать, потестировать. Аромат очень мне понравился. И вообще вот у каждой фирмы есть что-то свое, вот какая-то своя изюминка. Я сегодня поняла, в чем изюминка у Ифраше, потому что сейчас вы увидите много продуктов из этой фирмы. И вот каждый, который, ну, в общем, я вдыхала, я понимала, что у них вот эта вот ароматизация, это, ну, это их конек. Я еще не пользовалась на деле этими продуктами,
Но как они пахнут, это просто шикарно. Дальше. Дальше покажу. Тоже гель для душа. Малинка. Это, наверное, уже другая серия. Кто знает, понимают, что я показываю. Для меня это все прямо новинка при новинка. И еще один тоже гель для душа. Ароматное какао. Кажется так. Девчонки, так мелко написано, я стала почему-то слепым человеком. Очень тяжело читаю я мелко. Когда вот такая вот у меня красота. Так, продолжу по гелям. Только вчера показывала посылку от Катюшки, говорила, что если посылка без геля для душа, это не посылка. Вы посмотрите, сколько у меня их, девчонки. Ну и мальчишки, если кто-то вдруг смотрит. Ой, я вообще, я в восторге. Бодрящий гель для душа, грейпфрут. Понравился очень, аромат классный. Еще один. Вот такой кремовый гель для душа, бразильский кофе. Пахнет кофе приятно. А вот следующий, я просто влюбилась в аромат. Наверное, неудивительно, потому что тут орех макадамии, кремовый гель для душа. Я очень люблю вообще аромат макадамии во всех его проявлениях, даже когда кому-то он кажется неприятным. Обожаю. Вот этот прямо влюбилась, очень понравился. Вот такой был гель. Дальше. Дальше покажу вот такую красоту. Густое турецкое мыло. Хамам. Для бани и душа с органическим розовым маслом. Вот такой хной йеменской. И прополисом. Планета органика. Девчонки, что меня тут впечатлило? Это вот этот листик. Вы посмотрите, какая красота. Лежит такой, прям настоящий листик. Пахнет, вот, наверное, хной и прополисом. Ну, натуральный такой аромат. Красота. Я прям в восторге. Я это в руках даже держу впервые. Я такие банки не видела. 450 миллилитров. Вообще, девчонки, я думала, что я сегодня с этими банками спать лягу. Настолько я в восторге от того, что мне прислала Жанна. В общем, я в сказке. Вот такой скраб для тела. 100% натуральный. Бразильский арахис и органическое масло нероли. Тоже планета органика. Тоже с девушкой, только уже другая девушка. Они не зафольгированы, поэтому вот так смотрится. Аромат съедобный. Вообще красота. Я в восторге. Как я люблю скрабы для тела. Для меня это не мытье, если скраба нет. Поэтому скрабы я просто обожаю. Я вчера Катюшкин скраб только восхищалась, а теперь у меня, посмотрите, их сколько. Я в восторге. Я такая радостная. Дальше покажу шампунь. Вот такую шампунь. Слышала, как ее хвалят в роликах, девочки. Что тут написано, я практически не вижу. С гомомелисом. В общем, с каким-то мелисом. Вот такой шампунь буду тоже пользоваться и радоваться. Шампуни я обожаю. Дальше. У меня просто так много всего, я теряюсь и не знаю, за какую баночку мне схватиться. Ну, давайте еще вот это вот мыло. Первое мыло вот такое. Уход для рук. Крем. Нет, это не мыло. Это крем для рук. Вот такой. А вот это вот уже мыло. А это жидкое мыло. Лимонный конфитюр. Вот. Мыльце и кремушек для рук. Я такое не видела. Какая фирма?
Я не знаю, какая фирма. Вот такая фирма. Наверное, видно. Вообще, я еще из шока не вышла, поэтому если я что-то девочке говорю, мальчики не то, то вы меня простите. Я просто еще под впечатлением. Мицеллярная вода от Люмине, я о ней слышала, но не видела. Поэтому буду еще и пользоваться. 200 мл, 3 в одном. Вот такая водичка. Дальше. Дальше идет Ифраше. Что это такое? Питательное молочко для тела. Мед и мюсли. Фантастика. Густое, приятное, прям видно. Я перевернула, и оно никуда не стекает. Баночка мягенькая. Ой, вообще, я так рада. Так, дальше. Я пока... Тут у меня доктор Пьер Рико еще попадается. Я его пока отставляю. Я им буду хвастаться чуть-чуть попозже. Вот такая красота. Это у нас гель-гамаш. Малинка. Аромат настоящей свежей малины. Я его когда понюхала, хоть ешь, хоть пей. Вот прямо настоящая малина. Даже вид в бутылочке, как будто там вот правда малинку размяли. Вот такая красота. Так, дальше. Дальше будет... Ой, мамочки, как тут всего много. Вот такие два средства. Даже бутылки красивенные. Вы посмотрите, какая красота. Жанна, с какой ты это все любовью и вниманием подбирала. Вот я посмотрела. Настолько разнообразно все. И с учетом и вкусов, и интересов. Я не знаю, это видно, что человек надолго смотрел мой канал и уже знает, что мне надо. Вот ощущение, что родная сестра просто вот взяла и выбрала те продукты, которые мне хотелось. Ой, эмоции, эмоции. Вообще я не очень люблю, когда сильно на камеру эмоции идут. Но ничего сделать пока не могу. Это растительный уход для волос. Масло. Для восстановления. Жожоба. Не поняла. Я сейчас уже в кадр и лицо-то засуну, пока читаю. В общем, вот такая красота. Это все будет потом в пустых баночках. Я это буду потом подробно рассказывать. А это малиновый уксус. Ополаскиватель для блеска. Вот, они разные. Одно для блеска, а другое для восстановления масла. Вот, но оно видно масляное такое. Тут вот более жиденькое. Вот эти вот мне пимпочки до чего понравились. Красота. Дальше. А это вот похожее тоже. Что-то такое вот, да? Прям вообще. Я даже на банки-то смотрю. Это я вам еще ароматы не все рассказываю. А так я, когда получила посылку, я в течение 2 часов вот просто... Такая сидела заторможенная и каждую баночку открывала, нюхала, восхищалась, опять закрывала, опять открывала, складывала, вынимала. Вот как царь Кощей над златом, только в каком-то шоковом ударе. Вот и я примерно так выглядела сегодня. У меня семья уже смеялась надо мной. Растительный уход для тела, эксперт восстановления, молочко для тела, для очень сухой кожи. Вот это как раз то, что сейчас надо. Я его хочу даже понюхать. Но он, наверное, зафольгирован. Сейчас. Опа. Нет, не зафольгирован. Смотрите. Приятно, как пахнет. Красота. Ой, вообще. Сама себе завидую, честно. Натура Сиберика. Нежный пилинг для лица. Мгновенное обновление кожи. Для сухой и нормальной кожи. Очень-очень рада. Кожа действительно у меня нормальная и сухая зимой. Поэтому буду
пользоваться. Пилинга у меня, кстати, вообще нету. Это будет первый пилинг. Но уже тут слоями сейчас буду закрывать. Дальше. Дальше тоже и фраше. Вот такая вот штучка. Сейчас скажу, что это такое. Если найду, вот. Антиагрессия, экспресс-маски, антиасфиксия. Вот что это. Маска? Это маска, она еще даже зафольгирована. Открою чуть позже. Дальше. Программа пилинг. Шаг А. Ну, пилинг — это здорово. Пилинг к пилингу поставлю. Буду всем пользоваться. Я такая радостная вообще. Причем мне прислала Жанна много того, что у меня нету в запасах. Ну, гели для душа, понятно, они есть в запасах. Они не пропадут, потому что то, что для меня новинка, я этим буду пользоваться. То, что у меня, например, от Avon стоит, я могу раздарить. Поэтому я думаю, у меня ничто не пропадет. А вот это вот у меня пойдет в первую очередь на использование. Поэтому очень мало что у меня, например, есть в запасах. Практически вот это все впервые. Мыло для кухни, устраняющие запахи. Только недавно я говорила, что так я хочу вот это мыло попробовать. Но у нас на складе его почему-то никогда не бывает. Как скидка, у нас на складе нет. Так я это мыло даже не нюхала. А тут и аромат яблока, который я хотела. Поэтому пахнет действительно яблоком. Встретились мы с этим мылом. Теперь я им буду пользоваться и буду радоваться. Дальше. Ой, не могу. Я прямо из сказки, наверное, никогда не выйду из этой. Кедровый скраб для ног на основе сибирской соли рапа для сухой кожи. Рецепты бабушки Агафьи. Даже сам пузырек-то какой красивый. Классно. Так рада. Девчонки, мы, правда, такие интересные. Вот эти баночки, вот так бы вот сидела и перебирала их. Ведь какое-то удовольствие. Мало кто ведь поймет, что мы имеем в виду, когда перебираем эти коробочки да баночки. Так, дальше. Вот еще от Le Froché. Что у нас это? Предварительно я все это прочитала, но память-то плохая и зрение плохое. Так, восстанавливающий бальзам. Питание для кончиков волос. Ой, это вообще с овсом и миндалем. Волосы — это все наше. Это я люблю. Волосы сейчас я так берегу и так питаю и забочусь о них. Дальше покажу. Вот в такой красивой коробке. Сейчас сразу выну. Вот в такой красивой коробочке. Это, кстати, когда я получила первую коробочку, я достала и в шоке ее вертела, крутила. У меня целая коробка передо мной стоит, а я вот эту коробочку верчу и не могу сообразить, что мне надо дальше брать. Восточный хамам, восточный эликсир для массажа тела, массажа с эфирным маслом розы. Ой, вообще, как это выглядит? Это выглядит вот так. Вот он густой, видно прямо, его надо взбалтывать. Вот там осадочек такой. В общем, вот, вот такой вот будем массаж делать. Это мы любим, массаж мы любим. Дальше тоже вот похожая бутылочка. Это масло для душа уже, восточное масло для душа. Какая красота, я такое не видела. Я, мне кажется, даже в обзорах-то редко такое встречала. Посмотрите, как оно густенное. Ой, вообще, я в радости. Я сейчас вот как ролик отсниму, я выберу самое лучшее и в душ пойду. Сегодня меня, наверное, оттуда не вынут. Я буду все дегустировать. Сегодня очередь в душ из меня будет. Крем. Вот в такой вот коробочке мне Жанночка прислала крем.
Когда-то давно я его так хотела, но возраст, видимо, мне еще не позволял. Он все равно идет антивозрастной. 30 ценных масел. Дневной крем от морщин. Он был запечатан, это я уже распечатала. Вот так выглядит сама баночка. Он внутри зафольгирован. Буду обязательно пользоваться. Я в восторге. От одного уже названия и аннотации буду пользоваться. Я сейчас в последнее время очень ценю то, что идет на масляных основах. Тем более, пока еще зима, морозы. Питаю кожу как могу. И само тело, и лицо, и руки. Все питательное, масляное, чтобы блестело и прилипало. Поэтому буду с удовольствием пользоваться. У меня тем более крем кончается сейчас, питательный. Следующий будет этот. Следующее. Уже времени-то много, но достала я все-таки доктор Пьер как правильно он читается? Пьер Рико? Как правильно? Это разглаживающий пилинг, молочко для рук. Ой, вообще. И для лица, и для ног, и для рук. Я прямо в восторге. Следующее. Я уже быстренько немножко показываю, потому что у меня продуктов еще много. Посылка была, я говорю, огромная, огромная. Это я просто в шоке. Это питательный гамаш с экстрактом абрикосовых косточек. Вот такой вот гамаш. Я хочу понюхать. Мне кажется, это абрикосом пахнет. Приятный аромат. Абрикос я люблю в косметике. Вы знаете, вот некоторые говорят, что, ну, если человек может себе позволить, ну, вот он и позволяет себе и дарит подарки. Но я считаю, что очень многие могут себе, например, позволить перевести бабушку вон через дорогу или сумки какой-нибудь пожилой женщине донести. Но ведь единицы это делают, поэтому говорить о том, что, ну, может человек себе позволить, и вот взял и выслал, мне кажется, это неправильно. Тут нужно доброе, щедрое сердце. Иначе никак. По-другому просто не может быть. Много мы себе можем позволить. Даже по мелочам что-то делать. Но мы же это редко делаем. И, как правило, люди, которые вот так щедро берут и дарят, это редкость. Тем более, оставаясь, ну, как бы в тени, можно сказать. Но другое дело, блогеры друг другу дарят подарки. Я тебе, ты мне, и мы показали это в ролике на видео. Но когда человек даже комментарий не пишет, ему от этого ни горячо, ни холодно, что я вот показываю вот эти продукты и его нахваливаю. Ему приятно спасибо получить, но не знаю, меня просто эмоции переполняют от такой щедрости и вот действительно доброты. Спасибо, Жан, вот реальное спасибо. Так, все-таки я добралась до определенных продуктов. Девчонки, вот это вот. У меня ребенок, когда это увидел, он просто пищал. Он как-то у девчонок, не помню у кого, по-моему, у Иринки, Ирина фор Юлия, у тебя вроде, Максимка увидел вот этих птичек. Он у меня так их просил, мама, купи эти птички, но они такие классные. А как я ему куплю? Мы весь город обходили, и я даже заказывать пыталась. Ну, бесполезно, нету таких птичек у нас в городе. Но когда мне Жанна написала, что ребенку послала птичек, я ему даже говорить не стала. Думала, ну, пускай будет сюрпризом. Жанна еще сказала, что продавались вот именно вот эти две. Тут вот можно видеть. На самом деле их может быть вот коллекция целая, но продавались вот эти две. Она купила сразу обе. Максимка просто пищал, что мама, это те самые птички, я же мечтал, я их так хотел, откуда она знала? Вот за птичек особое спасибо. Вообще у меня так получилось сегодня, пока буду ставить, буду рассказывать. Я Максимку привела из школы домой, а муж ходил как раз за посылкой. Я забежала в магазин и немножко задержалась. И муж решил сделать такой сюрприз для Жанны. Он взял и с камерой меня начал встречать у порога. Как вот я увижу эту посылку и буду открывать. И так получилось, что минуты 4 мы вот записывали. Как я тут вхожу, эту посылку вижу.
и пребываю в таком тихом шоке, начинаем открывать ее там с Максимкой, и вот первые продукты, как мы достаем, вот, мы это все засняли. И там как раз в ролике видно, как Максимка орет от радости, видя, он сразу этих птичек заметил, и как я в шоке и в стрессе руками вожу над этой коробкой, не знаю, с чего начать, что взять, и взяла в итоге вот это масло и кручу его в руках, и не соображаю, что мне следующее взять. Ну, то есть реально я испытала шок. Я даже загрузила это видео, правда, по индивидуальной ссылке, специально для Жанны. Ну, если уж кому-то будет сильно интересно, я могу дать эту ссылку, как я эти 4 минуты. Но зато я там в реале. Какая есть. Без пародий. Ну, продолжу. Доктор Пьер Рико. Если вру название, простите, не знакома с этим доктором. Буду знакомиться, слышать слышала, но не видела, в руках не держала, ничего никогда не тестила. Если с Ифраше я когда-то встречалась, то с этим доктором я только знакомлюсь. Уход для волос, шампунь для волос, интенсивное питание, 250 мл. Шампуни – это все мое. Обожаю шампуни. Даже бутылка-то солидная какая. Я вообще, я счастлива. Если есть на свете счастье, вот оно. На меня посмотрите, вот оно. Так, это нежная пенка для умывания, для чувствительной кожи. 150 миллилитров. Тоже тот же самый доктор. Будет меня этот доктор лечить, умывать и заботиться о моей коже. Помпа удобная. Видно, дозатор удобный. Нажимается. Ой, вообще. Ай, я такая радостная. Дальше. Что такое в красивой баночке? Восточный хамам. Традиции хамама – восточная маска для лица и волос с марокканской глиной. Я боюсь, что у меня нос в кадре сейчас будет. Я все тянусь носом к этим продуктам. Вот. Вот такая красота. Вай, радостная. Дальше. Вот такая и вот такая бутылочка. Что это такое? Так, тут у нас лосьон тоник для лица, свежесть и красота, 200 миллилитров, тот же самый доктор. И тут, что нам этот доктор предлагает? Очищающее молочко для чувствительной кожи лица и контура глаз. Классно, и лицо, и глаза. Это то, что мне надо вообще. Я тоники и молочко, и пилинги, у меня этого в запасах ничего нет. Вот что есть сейчас, оно там что-то заканчивается, что-то начато только. Но это все так быстро уходит. И у меня теперь, ну, просто колоссальные запасы, которым я очень рада. Вот такая еще штучка, тоже докторская. Экспресс-маска, интенсивное питание для сухих и очень сухих натуральных и окрашенных волос. Эта масочка идет вот к этому шампуню. Я даже шампунь мужчиной назвала этот, сказала. Обычно же у меня женщина шампунь. Девочка. Крем для рук. Комплексный уход. Вот такой увлажняющий. Вау. 75 миллилитров. Кажется, маленький, а на самом деле 75 миллилитров. Птичек, пускай строго так смотрят эти птички у нас тут. Дальше. Вот такая красота от Ифраше. Это у нас. Куда смотреть? Куда смотреть? Вот, куда смотреть. Бальзам для рук, защита от холода. Да, я его даже открыла. Тут была пленочка. Она и сейчас есть. Только я ее оторвала. Вот такой густой, масляный. Какая красота, обожаю. Это я обожаю. Аромат приятный. Ой. Я уверена, те, кто этим пользуется всем, и доктором, и фраши, они сейчас понимают меня, что значит вот такая радость с моей стороны, потому что когда не пользуешься и никогда не видел, и тут еще и не пользуешься, но уже нюхаешь, такое предвкушение и ощущение сказки меня еще не покинуло.
Так, у меня в самой коробке осталось не так много. Сейчас покажу, что у меня тут еще есть. От Faberlic. Вот такие миниатюрки из серии Дом Faberlic. Я не буду отдельно про каждую рассказывать. Все это есть в больших пузырьках. Мне Жанночка прислала пробники для пробу. Пробники для пробы. Ну, в общем, понятно, что я имею в виду. Чтобы я попробовала все это. Если честно, мало чем я пользовалась из серии Дом Faberlic, поэтому буду с удовольствием пробовать. У меня только вот, наверное, вот эта штука есть. Остальное я еще не покупала, поэтому буду тестировать. С огромным удовольствием буду тестировать. Вы посмотрите, даже смотрится как классно. Так, с коробкой все. 30 минут. Может быть, снять вторую часть лучше? Потому что... Давайте я так сниму вторую часть сейчас, потому что посмотрите, что у меня еще есть. Вот такая огромная косметичка. Она полностью набита, поэтому я думаю, давайте, девчонки, во второй части встретимся. Так будет интереснее. И вы сможете передохнуть. Если кому-то надоело или устали, то в другой день или... В общем, сами решите как, но я сейчас с вами встречусь во второй части.